Удивительно вкусное блюдо с грибами. Идеально для семейного ужина или даже для праздничного стола. Для начала приготовим основу. Для этого в заранее просеянную муку натрем холодное сливочное масло. Муку можно использовать и цельнозерновую, а масло я всегда использую не менее 82% жирности. Так и полезнее, и вкуснее. Масло должно быть очень холодным, чтобы было удобно натирать на терке. Теперь натертое масло тщательно смешиваем с мукой. Удобнее всего это делать руками. Добавляем сметану. Можно использовать сметану невысокой жирности. Будет достаточно 10-15%. Добавляем соль по вкусу и замешиваем тесто. Сначала это удобнее всего делать ложкой, а затем уже руками. Когда замешивать в емкости будет уже неудобно, выкладываем тесто на стол и продолжаем замешивать до тех пор, пока тесто не станет однородным и эластичным. У меня на это уходит не более 5 минут. Готовое тесто формируем вот в такой шар и отправляем в ту же емкость, в которой замешивали тесто. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 20-30 минут. А пока подготовим начинку. И начнем, конечно же, с грибов. У меня сегодня шампиньоны. Я их заранее уже очистила и теперь нарезаю на небольшие кусочки. Сильно крупно нарезать не нужно. Примерно так должно получиться. Теперь нарежем лук. Будет достаточно одной большой или двух средних луковиц. Нарезаем достаточно мелко. Теперь на разогретую сковородку наливаем немного растительного масла, выкладываем лук и обжариваем до легкого золотистого цвета, периодически помешивая. Когда лук уже хорошо обжарился, выкладываем нарезанные шампиньоны. Хорошо перемешиваем и обжариваем до полной готовности грибов. У меня обычно это занимает по времени минут 8-10 на среднем огне, периодически помешивая. Жарить нужно до полного испарения жидкости. Пока грибы жарятся, подготовим тесто. Достаем его из холодильника, оно уже достаточно охладилось. И теперь распределяем его равномерным слоем по форме, в которой мы будем выпекать пирог. Вот так вот, аккуратно распределяя руками тесто, формируем примерно одинаковый слой. Теперь при помощи вилки делаем отверстие и отправляем тесто в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Пока выпекается тесто, подготовим остальные ингредиенты. Зеленый лук мелко нарезаем. Лук можно заменить на укроп или петрушку, тоже будет очень вкусно. Сыр натираем на мелкой терке. Теперь в глубокую емкость разбиваем 3 яйца, добавляем соль и перец по вкусу. Выливаем сливки, у меня сегодня 15% жирности, этого будет вполне достаточно. Сливки можно заменить молоком, но тогда увеличите количество яиц. Хорошо при помощи венчика перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния. В яично-сливочную смесь высыпаем сыр, натертый на терке, зеленый лук или другую зелень. И хорошо все перемешиваем. К этому времени грибы уже полностью приготовились и немного остыли. Тоже добавляем их в заливку. Хорошо все перемешиваем. И наша начинка готова. Достаем тесто из духовки, оно уже тоже немножко зарумянилось. Выкладываем начинку равномерным слоем. И сверху посыпаем натертым сыром. А теперь украшаем грибочками, нарезанными на вот такие вот слайсы. Отправляем пирог в духовку еще на 20 минут. Выпекать будем при температуре 180 градусов. Вот и все, вкуснейший киш с грибами готов. Пирог может заменить завтрак, обед или ужин. Он вкусный и горячим, и холодным. Также можете его взять с собой на природу. Это один из самых вкусных пирогов с грибами, которые я готовила. Очень рекомендую попробовать. Для этого рецепта нам понадобится капуста. Капусту шинкуем довольно мелко, можно при помощи специальной терки, а можно просто нарезать с помощью ножа, как я. Вот так должно получиться. Конечно, нам понадобится лук. Будет достаточно одной средней луковицы. Нарезаем его довольно-таки мелко. Теперь морковь. Понадобится одна средняя. Я ее заранее помыла и почистила. Теперь натираю на крупной терке.
На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и выкладываем фарш. Можно использовать любой фарш. У меня сегодня будет говядина. Хорошо все перемешиваем и обжариваем примерно 10 минут на среднем огне. Теперь выкладываем нарезанный лук, перемешиваем и обжариваем буквально 1-2 минуты. Затем добавляем морковь, натертую на терке, и снова все перемешиваем. Теперь пришло время добавить нарезанную капусту. Аккуратно выкладываем в сковородку и хорошо все перемешиваем. Тушим под закрытой крышкой на среднем огне около 10-15 минут. Спустя это время снимаем крышку и добавляем специи, соль и черный молотый перец. Хорошо все перемешиваем, чтобы все вкусы смешались между собой. Оставляем начинку остывать. А пока займемся остальными ингредиентами. В глубокую удобную емкость просеиваем все сухие ингредиенты. Высыпаем всю муку. Точные пропорции вы, как всегда, найдете в описании под видео. Теперь добавляем разрыхлитель, немного сахара и соли для баланса вкуса. Все это просеиваем с помощью сита. Разбиваем теперь 2 яйца, желательно, чтобы яйца были комнатной температуры. И выкладываем сметану. Нам понадобится 5 столовых ложек. С помощью венчика хорошенько все размешиваем, чтобы получилась однородная масса. Готовое тесто не должно получиться слишком густым. Вот такая вот консистенция в итоге должна получиться. Теперь подготовим форму, в которой будем готовить наше блюдо. У меня разъемная форма диаметром 20 см. Дно и бока формы я смазываю сливочным маслом. Теперь выливаю половину теста. Хорошо все разравниваем и выкладываем всю начинку. Равномерно распределяем, чтобы получился примерно одинаковый слой. И теперь сверху выливаем вторую половину теста. Сверху я немного посыпаю семенами кунжута и отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов выпекаться в течение 35-40 минут. Пирог с капустой и фаршем готов. Даем ему немного остыть и выкладываем на блюдо. Разрезаем и подаем на стол. Этот пирог готовится очень просто, а получается в итоге невероятно нежным, имеет сочную начинку, в которой переплетаются вкус овощей и мяса. Результат превзойдет все ваши ожидания. Это так вкусно, что пирог улетает буквально за минуты. Так что рекомендую. В глубокую емкость выливаем немного минеральной газированной воды. Добавляем немного сахара и сухие дрожжи. Хорошенько ложкой перемешиваем все ингредиенты. Важно, чтобы вода была комнатной температуры или даже немного теплая. Теперь добавляем муку, буквально пару столовых ложек, и снова хорошенько все перемешиваем. Можно и просто ложкой, а можно венчиком. Так и быстрее, и намного удобнее. Накрываем теперь емкость полотенцем и отправляем буквально на 7-10 минут в теплое место. Нужно, чтобы дрожжи начали работать. Как только увидите, что образовалась характерная шапочка из пузырьков, можно замешивать тесто. Добавляем теперь растительное масло. Важно, чтобы оно было рафинированное и без запаха. Еще немного соли. Теперь частями будем добавлять муку. Добавляю постепенно, по 3-4 столовые ложки. И после каждой порции тщательно размешиваю тесто. После того, как вы ввели всю муку, руки смазываем растительным маслом, так будет удобнее замешивать тесто руками. Тесто совершенно не будет липнуть. Замешиваем мягкое и эластичное тесто прямо в емкости, в которой смешивали все ингредиенты. Всего пара минут и наше тесто готово. Оно совсем не липнет к рукам и с ним очень удобно и легко работать. Формируем теперь тесто в шар. После чего снова накрываем миску полотенцем или пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 30-40 минут. Пока наше тесто увеличивается в объеме, подготовим начинку. Для этого нам понадобится
капуста. Больше всего мне нравится этот пирог именно с капустой. Это любимая начинка. А с какой начинкой, кстати, любите пироги вы? Напишите мне в комментариях. Итак, капусту шинкуем довольно-таки мелко. Вот так должно получиться. Конечно, нам понадобится лук. Будет достаточно одной средней луковицы. Нарезаем четверть лука кольцами. На мой взгляд, здесь абсолютно не нужно слишком измельчать лук. Теперь морковь. Нам понадобится одна средняя. Я ее уже заранее помыла и очистила. И теперь натираю на крупной терке. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук. Перемешиваем и обжариваем буквально 1-2 минуты до полупрозрачного цвета. Затем добавляем морковь, натертую на терке. Перемешиваем и добавляем измельченную капусту. Снова хорошенько все перемешиваем. Осталось добавить специи. Сначала добавляем соль, черный душистый перец горошком и один небольшой лавровый листик. Перемешиваем, чтобы все специи равномерно распределились. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне примерно 10-12 минут до мягкости капусты. Как только капуста готова, перекладываем начинку в отдельную тарелку, чтобы она быстрее остыла. А у нас пришло время проверить наше тесто. О, все отлично! Тесто хорошо подошло. Немного обминаем его руками и перекладываем на стол. Я, как обычно, работаю с тестом с помощью силиконового коврика. Очень удобно, аккуратно и с тестом работать удобнее. Тесто не прилипает к столу, и после работы с ним убирать приходится намного меньше. Ссылочку на такой коврик, как всегда, оставлю в описании под видео. Тесто формируем таким образом, чтобы нам было удобнее разделить его на одинаковые части. Теперь с помощью ножа или вот такого специального инструмента будем делить тесто на небольшие кусочки. У меня получилось 8 штук. Теперь из каждого кусочка формируем вот такой вот шарик. Получается очень быстро и легко. Чтобы остальное тесто не заветрилось, его можно накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Теперь подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. У меня это разъемная форма диаметром 22 сантиметра. Дно и бока формы я смазываю растительным маслом. Возвращаемся к нашим заготовкам. Каждый шарик руками формируем вот в такую небольшую лепешку. Скалку я для этого не использую. Тесто очень мягкое, эластичное, и с ним удобно работать. И это совершенно легко и просто. Теперь выкладываем начинку. Капуста как раз уже остыла, и с ней можно дальше работать. Защипываем края по бокам, таким образом, чтобы середина пирожка осталась открытой. Вот так примерно должно получиться. Теперь выкладываем пирожок в подготовленную форму. Повторяем все то же самое с остальным тестом. И выкладываем пирожки вплотную друг к другу. Кстати, начинку можно использовать абсолютно любую. Картофель, мясо, грибы или сделать, например, сладкий вариант. Это тесто отлично сочетается абсолютно с любой начинкой. Накрываем теперь форму полотенцем и оставляем еще на 15-20 минут в теплом месте. Посмотрите, как наш пирог увеличился в объеме. Смазываем его растительным маслом, чтобы верх немного зарумянился. И отправляем в духовку выпекаться 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Готовому пирогу даем немного остыть, а затем с помощью лопатки аккуратно достаем его из формы. Вы только посмотрите, какой он аппетитный, красивый получился. А запах просто не передать словами. Осторожно вынимаем его из формы и выкладываем на блюдо. Просто идеальный результат. Давайте скорее посмотрим, какой пирог получается внутри. Нежное, воздушное тесто и вкусная начинка. Результат превзошел все мои ожидания. Просто, быстро и очень вкусно. Настоятельно рекомендую попробовать приготовить дрожжевое тесто на минералке и побаловать своих близких уютной и аппетитной домашней выпечкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь и, конечно же, пишите отзывы в комментариях. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока!